Дорогие друзья, как многим из вас известно, если человек долго работает с животными, то он поневоле начинает понимать их язык. Итак, представьте, Сочи, август, набережная. Фотографируемся с обезьянкой. Фото с обезьянкой. Классная, веселая обезьянка. Иди сюда. Иди сюда. Пошли домой. 11 часов вечера. Какой домой? Сейчас пьяные с концерта пойдут. Самый чёс начнется. Пошли домой, говорю. Это я тебе говорю. Ты никто. А мои фотографии по всей стране висят. Так успокойся. Ты забыл, где я тебя подобрал? Во-первых, не подобрал, а украл. А во-вторых, в красном уголке пансионата ГИБДД мне в 100 раз лучше было. Я там ел как человек, глухаря смотрел. В туалет ходил, когда я хочу. Если б я там еще 2 года пожил бы, мне бы звание дали. Кто тебе звание даст? Да там не таким, как я, звание давали. Что, я палку в руках держать не умею? Так успокойся. Что успокойся? Отпусти меня, я тебе говорю. Понимаешь, мне семью надо кормить, а у тебя семьи нет. У меня семьи нет, потому что тебе семью надо кормить. Понимаешь, улавливаешь связь? Так, Чича, угомонись. Да, что за имя у меня? Чича. Нормальное имя. Чё ж ты своего сына Сережу Чича не назвал, если это нормальное имя? И юбку с меня сними, я мальчик. Чё ты такой борзый сегодня? Да вот то и борзый. Вообще, если б не я тебе скажу, ты до сих пор бы в шивы ходил. Так бы и кричали все. Шивы, астрофизик. Кстати, тебе так и кричат вслед. Шивы, астрофизик. Фотографируемся с обезьянкой. Отпусти меня, я говорю. Я не могу работать в таких условиях. Что не устраивает? Я не высыпаюсь. Я задолбался спать в клетке с удавом. Мне надоело просыпаться наполовину в удаве. Да что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты меня отпустил. Я тебя отпущу, когда денег на телескоп заработаю. Зачем тебе телескоп? Я буду за Юпитером следить. Ты лучше за женой за своей следи. А что с моей женой? Объясню тебе на понятном для тебя языке астрофизики. Пока ты наблюдаешь за Юпитером, в твою солнечную систему прилетел астероид Руслан из Махачкалы. Назовем его «волосатая комета». И астрофизики поговаривают, что он уже оброс еще 2 спутниками из Кабардино-Балкарии. И что? А то, что эти кавказские небесные тела уже сгорают от нетерпения в верхних слоях атмосферы Ирины Николаевны. Так успокойся. Успокойся, я тебе говорю. Да отпусти меня, я тебе говорю. Ты не понимаешь? Нет, дай мне сигарету. Вообще-то в Сочи в общественных местах курить нельзя. Мой рот не общественное место. Давай поговорим с тобой как человек с человеком. Мы не можем с тобой поговорить как человек с человеком. Хорошо, выпей бутылку водки, поговорим с тобой как животное с животным. Я прочитал вчера Муму. Скажи мне, чё он собаку утопил? Вот чё он утопил собаку? Потому что он не мог ее содержать. Чё ты свою жену не утопишь? Ты же не только не можешь, но и не хочешь ее содержать. Я тебе так скажу, это не мое обезьянье дело, но ты, Коля, финансовый импотент. Успокойся. Чего успокойся? Пошли домой. Пойдем, нет уже никого. Вон мужик сидит, подойди, наш клиент. Мужчина, с обезьянкой не желаете сфотографироваться? Отец, возьми с собой меня. Я знаю, у тебя лодка есть. Будем вместе золото грести. Так пойдем домой. Отпусти меня, я тебе говорю. Мне надоело.